Ты чего такой хмурый? Не выспался? Сейчас открою. Привет. Привет. Заходи. Вадим дома? Да. Я тебе друга привела. Здорово, сосед. Здорово, завтракать будешь? Наташ, дай тарелку. Наташ, не суетись. Слушайте, я уезжаю, рыбок моих не покормите. Конечно. Надолго? Ну, месяц на два. В общем, как обычно. Ты там поосторожнее. Хорошо. Буду осторожней. Будешь ждать? Корм оставил? Так, даю вам 1000 рублей и ключи. Корм есть, если не хватит, купите мотыля. Все, я ушел, дверь закрою. Пока. Пока. Будешь ждать? Это шутка. В ноябре 2007 года 35 членов секты «Горный Иерусалим» укрылись в выкопанной ими землянке в Пензенской области и заявили, что будут ждать конца света, которого они ожидают в мае 2008 года. Сектанты требовали оставить их в покое, угрожая в противном случае взорвать землянку. В конце марта часть сектантов покинула укрытие. 21 век, такой фанатизм. Ушедшие из пещеры сектанты рассказали журналистам о смерти двух женщин. Ну что думаешь, в наше время дебилов меньше? Всегда будет тупая биомасса. И будут вожди, которые ей управляют. Психиатрическую больницу в августе 2008 года, в связи с чем был освобожден от уголовной ответственности. Будете оставлять? В смысле? Ну, у вас уже 8 недель. Вот я и спрашиваю вас. Будете оставлять или запишетесь на аборт? Да, конечно. Что да, конечно? Буду оставлять. Угу. Беременность первая? Первая. Вы замужем? Да, уже 3 года. Ну, в таком случае... Самое время завести вам малыша. Итак, вот вам направление. Завтра сдадите анализы. И ко мне на прием теперь придете через 2 недели. Пожалуйста. Спасибо, доктор. До свидания. Всего доброго. Ты вообще это серьезно? Про ребенка? Конечно, серьезно. Я сама в шоке. Девушки, добрый день. Здрасте. Наташ, да это не смешно. Ну какие вы с Вадимом родители? Нормальные родители. Я вообще уже хочу этого ребенка. Вадим будет хорошим отцом. Конечно, безответственно, но это исправимо. Не, я не знаю. Может, вы торопитесь? Надо там для себя пожить, чувства свои проверить. Ну, а вдруг он совсем не тот человек? Слушай, такие банальности говоришь. Все почему-то считают, что нужно планировать свою жизнь. Если вот так вдруг раз, и все изменилось. А шеф? Он же тебе повышение обещал. А ты в декрет уйдешь. На год, а то и на три. Я пока говорить ничего не буду. Не видно же? И ты молчи. Конечно. Девочки, а может вы работать будете, а не языками трещать? Башка уже болит от вашего бубнежа. Ну, беруши купить. Потом поговорим. Сами купите. Вадюш, мне нужно тебе кое-что сказать. Слушай, ну ты нашла время, а? Ну, блин, ну я из-за тебя гол пропустил. Прости, пожалуйста, просто я хочу тебе... Ты хочешь мне вечер испортить? Нет. Да? Нет, я тебе хочу сказать, что... Слушай, отойди, я посмотрю футбол, и мы с тобой поговорим. Ты мне скажешь все, что ты хочешь.
Ну ладно. Ну чего я такого сказал? Ну, ты же прекрасно знаешь, когда у меня футбол, меня лучше не дергать. Я знаю. Просто то, что я хочу сказать, действительно очень важно. Я была у врача. И она сказала, что у нас будет ребенок. И что? Вай, ты меня слышишь? У нас с тобой будет ребенок. Я тебя прекрасно слышу. Это неприятно, но поправимо. Что неприятно? Только не говори, что хочешь рожать. Ну, вообще-то я собралась. Малыш, это несерьезно. Мы с тобой должны все обсудить и вместе принять решение. А не так вот я залетела, хочу рожать. Давай сядем, поговорим, примем решение. Ты что, не хочешь ребенка? Нет. Ты представляешь, что такое ребенок? Это ж не минута покоя. А я высыпаться хочу. Слушай, я не думала, что ты такой эгоист. Нет, это ты эгоистка. Просто захотела ребенка. Ты знаешь, сколько бабла нужно на всякие эти поликлиники, на колясочки, на кроватки? Ты знаешь, сколько все это стоит? Я знаю. Потом у меня есть свои интересы и потребности. Ты себя слышишь? Ты вообще понимаешь, что ты сравниваешь? Какие-то свои потребности нашего с тобой ребенка. Только давай без пафоса, ладно? И монстра из меня не делай. Мы с тобой должны вместе принять решение. Я против. Нет, ну если тебе интересно. И вообще медицина далеко ушла. Сделай аборт, нет проблем. Куда собралась? К маме. Аборт я делать не хочу. Ты не хочешь ребенка. По-моему, это тупик. Ну и к чему эта демонстрация? Что ты доказать пытаешься? Что ты хороший, а я подонок. Почему подонок? Ты просто пытаешься убить нашего ребенка. Какого ребенка? Нет еще никакого ребенка, пару клеток. Слушай, если бы ты меня любил, ты бы его хотел. А тебя волнует только собственная свобода. Что? Свобода? Да я футбол один смотрю, у меня друзей не осталось. Живу как в клетке. Когда придешь, во сколько придешь? А ребенок появится. Как в клетке? А я как на каторге. Весь дом на мне. Ты только ищешь возможность попозже вернуться. Да потому что не хочется домой идти. Достало. Так давай разведемся. Может, и к лучшему развестись. То есть развод? Да. Хорошо. Thank you.
Ты надолго? Навсегда. Вообще, ты здесь давно не жила. Поэтому это моя комната, ясно? Девочки, не ссорьтесь. Будет общее. И чё ты вернулся-то? Тебя что ли муж выгнал? Не твое дело. Я сама ушла. Давно пора. Ты знаешь, вот я смотрела и удивлялась. Насколько ж тебя еще хватит? Он же прям в открытую гулял. А ты, дурочка, во все верила. Думала, что он на работе задерживается. Мам, он не гулял. У него действительно много работы. Ну да. Ты сейчас его защищаешь. Просто он тебе никогда не нравился. Да просто я видела его насквозь. Слава богу, у тебя глаза открылись. Вадим тебе не пара. Хорошо, что еще детей не завели. Я беременна. Ну что, что беременна? Ничего страшного. Не надо тебе на него свою жизнь тратить. Правильно сделала, что ушла. Сделаем апорт. Найдешь себе нормального мужа. Вадим тоже сказал, что нужно сделать аборт. Единственная верная мысль за все годы. А я не буду. Ты с ума сошла? Мама, это мой ребенок, а мне решать. Ты ни о чем не хочешь думать, эгоистка! Ты меня в гроб гонишь! Мам, слушай, хватит спектакль устраивать, ладно? Я взрослый человек и приняла решение. Ах, ты взрослая? А что ж ты к матери прибежала, а? Ты хоть бы подумала, что я вся больная, что у меня нет сил больше всю семью на себе тянуть. А мне от тебя ничего не нужно. Это тебе сейчас не нужно. А потом родишь, нате, воспитывайте. А мне еще Ольгу воспитывать. А помогать мне некому. А я сама буду работать. Да? А с ребенком кто будет сидеть? Слушай! Вечно ты скандалы устраиваешь. Мамочка, не волнуйся, пожалуйста. Я ничего не устраиваю. Просто кому-то собственный внук не нужен. Да пойми ты, кому ты будешь нужна с ребенком на руках? Идите вы к черту. Наташа! Привет. Привет. А это что? Это вещи. На завтра переодеться на работу. Что, празднуем? Твое освобождение. От чего? Ну, ты же разводишься. И ты ее не любишь. И ваше замужество было ошибкой. Поэтому мясо с кровью и красное вино. Боюсь, мясо отменяется. Почему? Холодильник пустой. Угу. Мясо я купила. Сковородки есть? Алло. Зачем? Наташенька, я прошу тебя, не усугубляй. Я понимаю, ты переживаешь, у тебя нервы на взводе. Но я же хочу тебе помочь. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Давай поговорим спокойно.
меня есть очень хороший врач. Замечательная женщина. Я ей уже позвонила. Она собирается тебя положить к себе в отделение. Будет наркоз, ты ничего не почувствуешь. А через несколько часов можно уже уходить домой. И самое главное, что это совершенно бесплатно. Ну, купим ей коробку конфет. То есть ты же обо всем договорилась, да? Да. А меня кто-нибудь спросил? Это мой ребенок, понятно? Это мой ребенок! Наташенька, ты еще очень молода, тебе 25 лет. Тебе было 20, когда ты меня родила. У меня был муж. У меня тоже он пока что есть. Значит так, ты вернешься домой и будешь делать то, что я тебе говорю. Я не позволю тебе портить тебе жизнь, ты слышишь меня? Нет. Алло, Наташа! Наташа! Девушка, вы меня извините. У вас что-то случилось? Из дома ушли. С мужем поругались. С мамой тоже. Я вас понимаю. Сама была в такой ситуации. Муж к любовнице ушел, квартиру разделил, паразит. Да мне не нужна его квартира. С любовницей застукала, да? Нет, что вы. Просто он меня не любит, наверное. У нас ребенок будет, а он не хочет. Я ушла. Правильно сделала. Я просто не знаю, что мне дальше делать. Ну, во-первых, слезы вытри. И не реви. Спасибо. Слезами горю не поможешь. Знаешь такую поговорку? Ну вот. Давай, вставай, пойдем. Куда? Ко мне. А-а-а. У меня переночуешь. В себя придешь, а завтра подумаешь, что тебе делать. Давай, давай, пойдем, я тебя здесь не оставлю. Меня Варвара зовут. Меня Наташа. Ну вот и познакомились. Не удивляйся, я все продала. И мебель, и квартиру. Последнюю ночь здесь ночую. Завтра покупатели свидетельство о собственности получат. Я денежки из банка заберу. И все. Не прижилась я здесь. А где вы жить будете? Есть один хороший человек. У него дом большой. Он приют дает таким, как я. Здравствуйте. Да вот как Галя. Добрый вечер. А я слышу, ты кого-то привела? А это Наташа. Она у нас переночует. Это Галя, подруга моя. Очень приятно. А я как раз о Данииле говорю. Я за него всю жизнь молиться буду. А Даниил меня от смерти спас. У меня ведь рак был в последней стадии. А Варвара отвезла меня к Даниилу. Он велел мне простить всех моих врагов и отпустить их, чтобы
чтобы они мне сердце не рвали на части и энергию из меня не пили. Вот это было самое трудное, потому что обид много накопилось. А теперь я даже ожила, силы прибавляются. А Даниил, он врач? Скорее, целитель. И целитель, и учитель. Нет, но врачи тоже сказали, что опухоль исчезла. Да что мне врачи-то? Что они могут, эти врачи? Резать да облучать. Целитель, наверное, это дорого. Даниил всем просто так помогает. На путь истины наставляет. Учит, как своей судьбой управлять. Вот когда человек живет в гармонии, то он и на окружающую среду благотворно влияет. Вот как ты думаешь, почему у нас в последнее время пожары, землетрясения, цунами? Не знаю. Потому что Земля — это живой организм. И вот как мы к ней относимся, так она нам и платит. Да, наверное, это правильно. Ничего, не жестко? Нет, спасибо, удобно. И не думай о плохом. Даниил говорит, нужно повторять. Впереди только радость и свет, ни печали, ни тысячи бед. И все исполнится. Человек сам кузнец своего счастья. Слышала? Слышала. Спасибо большое. Не ожидала, что мне кто-то поможет. Люди должны друг другу помогать. Галь, Варвар, я... Спасибо вам большое. Удачи. Мне на работу пора, правда, я опаздываю. Тебе на работу? Жаль. Ну ладно, я сама как-нибудь. А что такое? Да я попросить тебя хотела. 200 тысяч долларов. Сумма такая большая, страшно. Вот если бы с Галей со мной съездили в банк... Галь, я езжу на работу. Может, мы с тобой как-нибудь сами? Ну, кто подбежит, сумку из рук вырвет. Куда мы с тобой? Ну ладно, Наташа. До свидания. Варвар! Давайте я с вами. Втроем не так страшно. Позвони на работу, отпрошусь. Пересчитывать будете? Нет, все в порядке. Распишите, пожалуйста, вот тут. Спасибо. Пойдем. До свидания. Наташка идет? Куда? Поехали. Да вы что делаете? Куда? Ну, поехали. Поехали. Куда? Поехали. Ну, поехали, говорю, не ори. Вот. Да заткнитесь вы! Сумасшедшие какие! Идиотки! Даниил, не предупредишь, там мы будем! Кто? Так это он вас послал? Слава богу, доперло. Попросил встретить тебя тут, деньги помочь сопроводить. Одно это, дескать, небезопасно. Вы что, охрана, что ли? Типа того. Чурору царапал своими когтями. Ну, извините. А почему Даниил мне ничего не сказал? А я откуда знаю? Он нам вообще в последний момент позвонил.
Волнуется, говорит. Как там Варвара? Деньги-то большие. Ну и, говорит, сопроводите их. В целости и сохранности, чтоб были. Насчет сохранности не знаю. Угу. Налетел, как коршун, сумку выхватил и давай в машину пихать. Да точно. А то, что драться начала, разорались на улицу. Я испугался, думал, перепутал. Вдруг не у той дамочки сумку-то берем. Слушайте, я орала как резно. Я думала, правда грабится. В милицию сейчас бы позвонила. На, держи. Не звони больше. А ты не хватай, а то кинул меня, а я лечу не знаю куда. Прямо кричу, мамочки. Предупреждать надо. Да. Вы испугались. Ну, простите меня. Хотел как лучше, а получилось. Ничего страшного. Да. Сейчас же в городах такое происходит. Хотел вас обезопасить. Данил, познакомься. Это Наташа. Она меня так защищала, что в драку Ты молодец. Храбрая. Значит, тебя зовут Наташа? Да. Я ведь очень ждал тебя. В смысле? Я сама не знала, что здесь окажусь. Даниил, извините, там тебя спрашивают. Сейчас иду. А ведь ты беременна, так? Откуда вы знаете? Ну ладно. Вы Даниил? Да. Мне сын про вас рассказывал. Умоляю вас, скажите, где он? Целый месяц. Ни письма, ни какой-нибудь весточки. А я уж не знаю, где еще-то его искать. Вы кто? Кто ваш сын? Меня Марья Петровна зовут. Я мама Ильи Сафонова. Ну что же он мать-то бросил? Квартиру он продал. Но он же сказал, что он купит мне маленькую однокомнатную. Я устала скитаться своим знакомым. Илья Сафонов среднего роста всегда ходит в шапке. Да, он здесь. Нет, он был здесь 3 недели назад, он ушел. Как ушел? Ведь при нем большие деньги были. Это опасно. А куда он ушел? Он на север уехал и деньги с собой взял. Сказал, там квартиру купит и дело откроет. Какой север? Какой север? А как же я? Я же на улице осталась. Скажи, ты что-нибудь знала о его матери? Нет, я вообще не знал, что у него кто-то есть. А может быть, он адрес оставил? Ой. Я не знаю, что сказать. Куда же мне теперь? Ты что же на старости лет под забором бомжевать? Марья Петровна. Марья Петровна. Знаете что, если вы хотите, вы можете остаться здесь. У нас. Это возможно? Ну, конечно. И пространство гармонизируй. В голове не должно быть никаких мыслей. Я не могу ни о чем не думать.
Ничего, ничего. Марья Петровна тоже плакала сильно. Слезы в первый раз у всех ручьем текут. Даниил говорит, это очищение. Это ее сын знал? Угу. Эгоист он. Шапку натянет на уши и сидит, как сыч. Особняком все держался. Хотел квартиру свою продать, чтобы деньги в общину принести. А потом почему-то передумал и уехал. Это Даниил велел. Я твоего сыночка. А откуда он знает, что будет сын? Даниил все знает. Извините, пожалуйста. Да, я слушаю. Кто это? Алло. Привет, Наташа, это я, Олег. Ну, как там мои рыбки? Привет. Рыбки. Слушай, совсем забыла про твоих рыбок. Да, видно. Голодают мои питомцы. Не волнуйся. Ключи у Вадима, и я думаю, он их покормил. Я не знаю, просто я не дома. А что случилось, Наташа? Все в порядке? Не совсем. С Вадимом поругались? Из-за чего? Слушай, не хочу вдаваться в подробности. Наташка, не переживай. Я и не переживаю. Ну, я же слышу, что у тебя голос грустный. Мы просто не поняли друг друга. Как всегда. Вы поговорите еще раз. Только спокойно. Не заводитесь, просто поговорите. Вадим тебя любит, очень любит. Слышишь? Спасибо, Алик. Я так и сделаю. И рыбку твоих лично покормлю. Только не грусти. Не буду. Пока. Рыбки! Галя, как отсюда до города добраться? Привет. Вась, по-моему, мы погорячились оба вчера. Давай спокойно поговорим. Вчера поговорили. И все обсудили. Ну, а мне кажется, нам нужно все вместе поговорить. Теперь нужно. Мы давно любим друг друга. И очень хорошо, что ты теперь знаешь. Нам больше не нужно прятаться. Да? Ну что? Давай на развод. Много вас есть. Об одном прошу, сделай аборт. Так всем будет лучше. Значит, муж не хочет воспитывать своего ребенка. Да. Она вчера сама не своя была. Я побоялась, вдруг под машину бросится или еще что. Из-за каких мелочей теряют люди опору в жизни? Как же они слабы духовно. Ну, ты же ей поможешь? Конечно. Помогу. Это молодец.
А мне ведь видение было. Какое? А Наташа, ее ребенки. Что это значит? Ирина Михайлович, можно? А, Богданова. Заходи. Ну что, думаешь, самая умная? Решила всех обмануть и думаешь, никто не заметит? Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Чего ты глазками хлопаешь? Решила на елку залезть и не оцарапаться? Не получится. Беременная? Да. Да, почему не сказала? Думала, позже. Позже? Когда позже? Когда я тебя назначу старшим плановиком? Ну, какая разница, беременная я или не беременная? Это даже никак не сказывается на моих профессиональных качествах. Юрий Михайлович, я, наверное, что-то не понимаю. Ты не понимаешь. Хорошо, ты не понимаешь. А я почему-то, Богданова, всегда думал, что ты умная девушка и должна понимать, что нашей фирме нет никакого резона давать тебе повышение, если через какое-то время ты уйдешь в декрет. А, значит, если я оставлю ребенка, вы меня не повысите. А если нет, то повысите, так? Наташа, ты все правильно понимаешь. И мой тебе совет, пожалуйста, реши этот вопрос побыстрее, ладно? Тем более, что ты ведь с мужем разводишься, да? А вы не имеете права меня увольнить. И отказывать мне в должности по беременности тоже не имеете права. Это дискриминация. Да кто тебе по беременности-то отказывает в должности? Да, мы хотели тебя повысить. Хотели. Но мы передумали, потому что ты, Богданова, ты плохо выполняешь свои обязанности. Я плохо работаю. Да. Что ты там чирикаешь? Заявление по собственному. Ради бога, пожалуйста. Расчет получи в бухгалтерии. Хорошо. Яна Комаровская, зайди ко мне. Никуда я тебя не пущу. Мама, не мешай. Ты зачем уволилась с работы? А ты что сидишь? Посмотри, что вытворяет твоя сестра. Может, ты что-нибудь скажешь? А я-то что? Это ее дело. Мама, вещи отдай. Ты на что собираешься жить? Я буду жить у новых знакомых, а деньги я сняла со счета. У каких новых знакомых? Да они тебя обдерут, как липку. Зато они не заставляют меня убивать собственного ребенка. Они меня поддерживают, понятно? Значит так, никуда я тебя не пущу. Никуда не пойдешь. Только через мой труп, поняла? Ты меня до инфаркта доведешь! Ты же только себя слышишь! Мама! Что, мама? Хватит орать! Пусть идет куда хочет! Отдерживай вообще! Я вернулась. Мне больше некуда идти. У меня больше никого нет. Я совсем одна.
Не говори глупости. Ты не одна. Я очень рад, что ты вернулась. Теперь все будет хорошо. Отдохни. Да, ты же знаешь, что сейчас очень многие предсказывают конец света. Я читала в интернете. По-моему, это байки. Какие байки? Даниил еще лет 10 назад пытался людей предупредить. Писал статьи в журналы. Но только правду все скрывают, чтобы панику не сеять. А на самом деле все правительства, все государства знают об этом. Еще древние пророчества нас об этом предупреждали. И календарь Майя в 2012 году заканчивается. А еще с Землей может столкнуться планета Нибиру. Да все что угодно может случиться. Уже случается. И наводнения, и цунами. Извержение вулканов. А летом какие пожары? А зимой снегопады. Да Земля хочет уже от человечества избавиться. Достали мы ее. Вот мы и собрались в общину, чтобы помочь Даниилу. А он знает, как это остановить. Мы все здесь боремся за будущее для всего человечества. Может быть, нам удастся спасти мир. Ведь психическая энергия намного сильнее физической. А чем больше нас будет, тем лучше. Ты ведь с нами, да? Наверное. Здорово. О, здорово, Олег. Ну что, как там и рыбки? Да нормально. Одна там сдохла какая-то, а какие-то там наплодились, я мальков в банку пересадил. А Молотов? Ты с кем? Здрасте. Здрасте. А Наташа где? А Наташа здесь больше не живет. Мы с Наташей расстались. Она у мамы, наверное. Ладно. Здрасте. Здрасте. А вам кого? Наташа дома? А Наташа здесь не живет. А где она? Ну, не знаю, спросите у мужа. Муж сказал, что она живет с вами. А вы, простите, кто? Я друг Наташи. Дело в том, что она уволилась с работы, собрала вещи и подалась к своим новым друзьям. Телефон отключила. Ладно, спасибо. Молодой человек! Если вы ее увидите, скажите, чтобы она хотя бы позвонила. Хорошо. Добрый день. Нет, спасибо. Ну, вы хотя бы посмотрите. Добрый день. Мы хотим предложить вам интересную литературу. О, нет, спасибо, спасибо. Катя, что подождите. Мы несем в мир свет истины. Вы должны знать, как опасен наш мегаполис. Как полезно жить на природе. Все понятно. Уходим. Девушка, ну зачем вы так на полусловие обрываете? Не хотите даже дослушать. А потом хотите, чтобы к вам люди хорошо относились. Называла ее я, называла ее Стася. Она такая классная вообще, знаешь. Она уже ползает, знаешь, так головку держит сама. Когда лежит, наверное. Здорово. Спасибо, Ленат. Спасибо. Я обязательно. Вы не пожалеете. Пойдемте дворами, так быстрее будет. Ладно, пойдем здесь. Хотелось в магазин зайти. Так мне тоже надо, я деньги дома забыла. Пойдемте. А это не твоя Наташа там? Нет, не моя. Она давно уехала. Пойдемте.
Здрасте, девушка. Здравствуйте. Мне к вам не совсем обычное дело. Я вас слушаю. Понимаете, у меня сестренка младшая из дома сбежала. Родители себе места не находят. Она сказала им, что больше не вернется. Ну, обратитесь в милицию. Милицию. Милиции сказали, что она совершеннолетняя и имеет право. Понимаете, очень жалко родителей. Она совершенно о них не думает. Я пытался ей позвонить, но переубедить ее, но она отключила телефон. И что вы от меня хотите? Девушка, можно ли как-нибудь проверить местонахождение моей сестренки в момент последнего звонка? Ну, не знаю. Пожалуйста, девушка. Ладно, сейчас попробую что-нибудь сделать. Давайте номер. А. Держите. Давай, ешь быстрее. У меня перерыв заканчивается. Где ты опять задержалась? Химичка заставила лабораторку доделать. Делаешь уроки? Сходи в магазин. Хлеб, колбаса, сметана. Деньги в столе возьмешь. Я сегодня допоздна. Мам, я Наташку сейчас видела. Правда? Где? Недалеко тут. Ну, что она сказала? Когда придет? Я не разговаривала с ней. Почему? Это же твоя сестра. А ты бы видел ее. Она ходила как блаженная. Какими-то идиотками. Людям какие-то книги втюхивала. Позорище просто. Мне вообще пришлось домой другую дорогу пойти, чтобы мои подруги этого не увидели. Господи, что же за наказание-то, а? Что у нее с головой? Ведь умная девочка была. За 2 месяца ни словечка, ни звонка. Словно вычеркнула нас. Ну, мы ее вычеркнем. Как ты можешь так говорить? А можно делать, как она? Лучше вообще не иметь такой сестры, чем такую дуру. Да? Оля! А может, она вообще свихнулась? М? Ешь лучше. Ну что? Вы знаете, очень странно. Последние 2 месяца этим номером совсем не пользовались. 2 месяца? А, ну, наверное, отключила телефон, чтобы родители не доставали. Ну? Ладно, вот, держите. Езжайте, ищите сестру. Последний раз она говорила в районе этой станции. Угу. Это коттеджный поселок. Угу. Я вам там адрес написала. Угу. Ладно. Спасибо вам, девушка. Не за что. Галь, давай хоть зелень порежу, а? Да сиди уж. На, вот лучше морковку съешь. Я когда маленькая была, все время на кухне сидела, пока мама готовит. Она мне то морковку, то кучерышку даст. Скучаешь? Мы просто сегодня как раз рядом с ее домом ходили. Так хотелось зайти или позвонить. Хоть голос услышать. Ты же знаешь, Даниил не разрешает разговаривать по телефону. Я знаю. Наташенька, так это же для тебя лучше. Ну что ты, не удержишься, позвонишь маме там или бывшему мужу. Разнервничаешься, плакать будешь, страдать. А ведь это неизвестно, как еще на твоем ребеночке скажется. Да я все понимаю. А мне вот и звонить некому. Я одна. Как перс. Вот поэтому и телефон не нужен. Вы у меня и семья моя, и родня.
А мне хоть и есть кому позвонить, да сама не стану. Совершенно чужие мы с дочкой друг другу. Почему? Не понимает она меня, не поддерживает. Огромная связь – это вообще ерунда. В одной семье могут жить абсолютно чужие люди друг другу. И свой круг надо выбирать по духовному родству. И это правильно. А мне мама часто снится. Вот днем думаю, что никогда, никогда их не прощу. Ночью так прижаться хочется. Ты забыла, как одна со своим горем осталась? Они вместо того, чтобы поддержать тебя, оттолкнули. А ты? Ты вот свою семью вспоминаешь. А они о тебе даже не думают, не ищут даже. Значит, и мы должны их вычеркнуть из своей жизни навсегда. Я все понимаю. Это трудно, тяжело, но это необходимо. И прежде всего тебе самой. Чего хотел? Наташа Богданова. Здесь она? У нас нет таких. Я знаю, что она здесь. Павел, что происходит? Тихо. Что происходит? Я что-то не знаю. Прет как танк. Вы кто? Олег? Ты что здесь делаешь? Тебя искал. Пойдем поговорим. Можно мы поговорим? Я его знаю, все в порядке. Только недолго. Смотри за ними. Вот. Это что, казарма? Нет, почему? Просто у нас здесь самое необходимое. Нужно заботиться о духовной жизни, а не о физической. Где твои вещи? Ну, вот там и вот. Собирайся, мы едем домой. Я не поеду. Я не хочу видеть ни Вадима, ни маму. Наташа, ты будешь жить у меня, если не хочешь жить с мамой. Я еще раз повторю, я никуда не поеду. Мне здесь хорошо, понимаешь? Спокойно, на меня никто не давит. Наташа, мне все это очень не нравится. Я не знаю, как вам здесь пудрить мозги, но вся эта шарашка очень похожа на секту. Ты не говори про то, чего не знаешь, ладно? Эти люди мне помогли, бескорыстно. В тот момент, когда мне некому было больше пойти. Они обо мне заботятся, они разрешили мне здесь жить. Самое главное, и мне все равно, что со мной будет. Мне тоже не все равно. Я здесь очень нужна, понимаешь? Мы здесь делаем очень важное дело. Я не понимаю, что вы здесь делаете. Что вы здесь делаете? Я не понимаю. Ты поговори с Данилом, все поймешь. Хорошо. Какого черта Олегу сдалась Наташка? Вот я всегда подозревал, что он к ней неровно дышит. Слушай, какая тебе разница, а? От нее 3 месяца, ничего не слышно. Телефон у нее выключен, не появляется нигде. Ну, не слышно, и слава богу. Она самостоятельная, умная. Устроит свою жизнь. А телефон выключать – это детский сад какой-то. Не знаю, мне все равно кажется, что мы виноваты. В чем?
тысячи людей разводятся. Нормально, спокойно. Она просто понтуется, чтобы нас с тобой задергать. Как думаешь, она аборт сделала? Понятия не имею. Слышь, хватит, а? Давай, тему сменим. Ты должна понять одну очень важную вещь. Скорби – это не проклятие, не наказание. Они даются нам во благо, в очищение, в исцеление. Не будет скорби – не будет прощения. Не будет прощения – ты сама знаешь, где ты можешь оказаться. Их надо призывать. Простите, вы Данил. Мы закончим чуть позже. Ты хочешь забрать Наташу? Ну, я не могу выгнать ее. Она тебе отказала? Да, отказала. Угу. И поэтому я хочу остаться здесь. Что? Здесь? Да, здесь. Вы же всем помогаете, кто нуждается в помощи. У меня именно такая ситуация. Конечно, хорошо, что ты поверил, что мы делаем благое дело. Ну, разберусь, возможно, поверю. В принципе, каждый человек может остаться здесь, как только он этого захочет. Да, именно сейчас. Да, ты очень хочешь быть с Наташей. Ладно, у меня есть одно условие. Именно с ней ты должен видеться как можно реже. Почему? А потому что ты напоминаешь ее прошлой жизни. А это именно то, что она хочет забыть как можно скорее. Хорошо, я согласен. Еще. Тебе нужно будет нести послушание вместе со всеми. В смысле? Здесь каждый работает на общину, делает все, что он умеет. Хорошо. Ладно, давай попробуем. Слабость у меня какая-то появилась. В город съездила, на кухне покрутилась, и все. Съездила, покрутилась. Весь день на ногах, в суете. А тут еще авитаминоз после зимы накопился. Я тебе витамины выпишу. Ударную дозу. Ты медитируй. Медитируй. Приведи душу и тело в гармонию с космосом. Я медитирую. Как есть свободная минутка, так я сразу. Ты же сама себя исцелила. Ты сотворила чудо. Нет. Это вы меня исцелили, учитель. Вы мой спаситель. Я вам по гроб жизни обязана. Ты служи, воздастся. Ну вот еще возьми. Настойку на тибетских травах. По 20 капель 3 раза в день. Силы прибавятся. Спасибо. Боли-то нет? Да нет. Совсем чуть-чуть. Ну, чуть-чуть не считается. Спасибо. Спасибо. Я не Господь Бог, у нее последняя стадия. Я знаю. Что ты и думал? Опиум. Снимет боль и вызовет эйфорию. Правда, надолго ли? С последней мыслью неразделимы внешние по сути сомнения Бога, люди, манекены. Несут в себе конец всего живого, и только дух источника спасения, рожденный в сердце и душе любого, предотвратит конец всего живого. Спасение и мысль неразделимы внешней по сути. Сомнения.
Водички попей, отдохни. Спасибо. Я очень рада, что ты остался. Ты поговорил с Даниилом? Поговорил. Правда, он замечательный. Такой. Не до конца мне понятно его учение. Ну, когда разберешься, поймешь, что он святой. Ты боишься, что тебя услышат? Нет, просто привыкла уже. Знаешь, здесь все говорят в полголоса, как в больнице. Атмосфера просто такая. Они говорят, нужно не думать о прошлом. В этом они правы. Не думай о плохом. Тебе нужно думать о будущем. Я понимаю все. Я сама пытаюсь не думать про Вадима. А мама? Понимаешь, она же меня любила и, в общем-то, по-своему добра мне желала. Позвони ей. Ты что, с ума сошел? Позвони. В порядке. Ты когда вернешься? Я просто позвонила сказать, что жива-здорова. Доченька, Наташенька, родная, ты сделала аборт? Нет. Ты с ума сошла? Что ты себе думаешь? Где ты собираешься растить ребенка? Как? Мам, не волнуйся, я у тебя ничего не прошу. Я просто позвонила сказать, что помню о вас и люблю. Наташа, выслушай меня. Вообще не звонила. Наташа, давай уйдем отсюда. Я сумею тебе помочь и защитить тебя. Положись на меня. Эти люди с их глупыми проповедями... Вовсе не глупыми. Все, что говорит Данила, это правда. А вот не верить в это глупо. Глупо и преступно, потому что мы все должны делать все возможное, чтобы спасти мир от конца света. Наташа, что ты говоришь? Какой конец света? Это выдумка. Выдумка, благодаря которой ваш гуру выманивает у людей деньги, квартиры, драгоценности, все что угодно. Он этот дом отгрохал только на пожертвования. Ты просто не понимаешь. Ну, посмотри сам. Ты видишь, что творится кругом? Пожары, землетрясения, цунами. Природа сходит с ума. Если действительно случится конец света, зачем тебе эти квартиры, дома, деньги? Зачем? Хорошо, допустим. Но если предсказание не сбудется, что тогда? Это значит, что мы... Хорошо поработали, понимаешь? Мы пытаемся гармонизировать пространство, наполнить мир энергией любви. Если мы все вместе возьмемся, у нас непременно получится. Понимаешь? Ну, а если предсказание не состоится? Данила даст вам эти квартиры? Или вы так и будете жить в его общине? Слушай, я об этом еще не думала. Там видно будет. Ну, чего ходить? Мы дочку ищем. Алену Звягинцеву. Да я не знаю, какой. Кого вы ищете?
Алену Звягинцеву. Здесь она? Да. Здесь, проходите. Ты чё раскомандовался? Эй. Проходите. Не велено никого пускать. Алле! Незаконное лишение свободы и насильственное удержание. Статья 127. Имейте в виду, если вы ее немедленно не выпустите, я вызову милицию. Вы хорошо подкованы в юриспруденции. Но вы ошибаетесь. Вашу дочь здесь никто насильно не держит. Как это никто не держит? Вы не запрещаете со всеми встречаться. Телефон отобрали, охрана у ворот. Да у вас тут просто тюрьма какая-то. Аленушка. Дочка. Не подходите ко мне. Вы зачем приехали? Кто их сюда пустил? Они хотят увезти себя. Я никуда не пойду. Я уже совершеннолетняя и сама решаю, где мне жить. Не подходи. Если силой заберете, я все равно сбегу, имейте в виду. Я тебя все равно увезу и дома запру. Будешь сидеть под замком, пока эту дурь из головы не выбросишь. Только попробуй. Я тогда повешусь. Или из окна выпрыгну. Аленочка, что ты говоришь? А что? Вам же все равно, что со мной будет. Это вы виноваты в том, что Игорь в тюрьме. Вы! Доченька, прости вас. Прости. Это мой виноват, ты права. Прости. Только вернись домой. Если бы я знала, чем все это кончится. Вы должны были знать, когда заявление в милицию писали. Вы хотели, чтобы его посадили. Но за что? Я ведь его любила. Только вам было на меня наплевать. Вам на всех наплевать, кроме самих себя. Вы же ничего не знаете. Я ведь умереть хотела. Это он меня из-под электрички выдернул. Если бы не он, да вы на него молиться должны, если правда меня любите. Доченька, скажи, что мы должны сделать? Прошу тебя. Оставить меня в покое. Считайте, что я умерла. Нет, нет! Нет! Я понимаю, как это тяжело. Не то слово. Знаешь, как мы раньше были близки. Я всегда думала, что у меня лучшие родители на свете. Они меня всегда понимали. Я с ними всем делилась. Мне подружки завидовали, что я им могу что угодно рассказать. У меня никогда такого не было. А у меня было. Пока Игорь не появился. Я его так любила, Наташка. Как дура маме все рассказывала. Что мы близки стали, сказала. Они на него заявление написали. Мне еще 16 не исполнилось. Вы же любили друг друга. Зачем они? Затем, чтобы дочь не ушла к чужому мальчику. Чтобы не любила его больше драгоценных папочки и мамочки. Да просто за тем, чтобы проучить наглеца, как он сказал. И он меня теперь ненавидит. И уже ничего не вернуть, понимаешь? Я из дома сбежала, чтобы они меня найти не могли. Они меня 2 года найти не могли. Я не понимаю, как они меня нашли сейчас. Давай-ка прилежим. Давай.
Зачем тебе в роддом? Артем примет роды здесь. Вы что, хотите, чтобы я здесь рожала? Конечно. Зачем? Наташа, ну ты же не просто так здесь оказалась. Да пойми ты, случайностей в жизни не бывает. Это все было предопределено. Мне было видение. Если у тебя будет мальчик, мир будет спасен. Нам всем очень нужен этот ребенок. Как мой ребенок может спасти мир? Я не знаю, пока не знаю. А если родится девочка? Мальчик. Мальчик. Он это окно. Это знак. Он согласен. У меня для вас есть сообщение. Вы все знаете. К нам в общину пришла жить Наташа. И знаете, что она ждет ребенка. Так вот, это не простой ребенок. Он призван спасти наш мир. Мне открылось, что если родится мальчик, значит, Вселенная пришла в равновесие, гармония восстановлена. И конец света отменяется. Да, конец света отменяется. Поэтому Наталья сейчас самый главный в нашей общине человек. Она освобождена от всех работ и всех повинностей. Вы все должны охранять ее и поддерживать. Этот ребенок должен родиться в любви. Данилушка, я не поняла. Если Наташа сына родит, мир спасен будет? Да. И что тогда? Миссия будет закончена. А что с общиной будет? Тогда и знак будет, что дальше делать. Но мы все останемся жить вместе. Я не знаю. Но я не хочу уходить от тебя. Ты мне позволишь остаться? Наташа, возьми. Сейчас же пост. Рыбу нельзя. Ешь. Это не тебе, это ребеночку. Даниил велел.
Да я не голодная, правда. А я голодный. Эй, ты чего? Кто первый встал, того и тапки. Покажи часы. Тебе так зачем? Такие же моему сыну на работе подарили. Там должна быть гравировка. Покажи часы. Да угомонись, Мария. Покажи часы. Угомони. Часы покажи. Часы покажи. И.П. Сафонову. От коллег на 40 лет. Где ты их взял? Где ты их взял? Где мой сын? Куда вы его дели? Да что ты ко мне прицепилась? Где мой сын? Илья сам их мне подарил. День рождения у меня тогда был. Сам снял с руки, подарил. Алена, иди, тебя Даниил зовет. Зачем? Откуда я знаю? Он мне не докладывает. Наташа, а что за человек этот твой сосед? Олег? Хороший человек. А что? Не нравится он мне. Почему? Не знаю. Доверие не вызывает. Ален! Ален, ты чего? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Расскажи мне, скажи Даниилу. Это он. Кто? Даниил? Что он сделал? Он что, тебя заставил? Нет, нет. Я сама согласилась, потому что должна. Мы все должны друг другу помогать. Лица от противно, ты не представляешь. Я как будто грязная вся. Это так мерзко, когда безлюдно. Не надо! Успокойся, я просто поговорю. Перестань реветь. И не смей слухи распускать. Поняла? Счастлива должна быть, что на тебя учитель внимание обратил. Другая порадовалась. А ты неблагодарная. Ну что, считаешь, я здесь его наложницей? Я тебя, Наташа, этого не ожидала. Я думала, ты все понимаешь. Мы здесь все живем, как одна семья. А Даниил, он все-таки мужчина. И это нормально. Он вам дал несоизмеримо больше. Он вас спас от них. Приютил. Просветил. На путь истинный наставил. Учит вас. Две ноги должны ему целовать.
случилось? Мы Галю на поезд провожаем. Ты спи, спи. Что тебе принесли? Вещи тяжелые. Литература, брошюры. Спи, спи. Подальше отвезете. Одеяло потом верните. Сделаем. Хорошо, что я встала попить. Слышу, она вроде не дышит совсем. Последние ночи все стонала, а тут тихо. Она сама виновата. Веру потеряла. Тебе еще повезло, что она ночью умерла. Как я могу все предвидеть? Думал, еще немного протянет. Пойдем. Даниил! А куда Галя уехала? Она в Саратов уехала с миссией. Наши последователи открыли там еще одну общину. Она повезла туда брошюры. А почему ночью? Поезд ночной. Ты не волнуйся, я попросил знакомых, чтобы они отвезли ее на вокзал. А почему именно Галя? Она сама вызвалась. У нее там подруга детства. Повидаться захотела. Просто я волнуюсь, она себя плохо чувствовала. Наташенька, все в порядке. Доктор ее посмотрел, обычная простуда. Лекарство дал. Тебе вредно волноваться. Алло, Кир, привет, это я. Привет. Мне нужна твоя помощь. Здесь вообще не творится что-то очень странное. Люди пропадают. Что от меня нужно? Пробей по базе серебристый Lexus номера R Роман 767. Дальше две буквы в грязь залеплено, не видел. Ладно, как пробью, звякну. Я тебе сам перезвоню. У нас положено стучать, когда входишь. Что-то странное у тебя с общиной творится, Даниил. Что странно? Один исчезает, другая уезжает. Как-то не задерживаются у тебя здесь люди. Ну, на всю волю Божью. Если только человек и не помогает. Ты что-то хочешь сказать? Порядки мне твои не нравятся. Заведи свои. В другом месте. Здесь же я распоряжаюсь. Послушай, ты же сам захотел здесь остаться. Прими правила. А нет, так уходи, я никого не держу. И Наташу? Да разумеется. Но за нее я несу ответственность. Я не могу тебе позволить рисковать ее жизнью. Я тоже несу за нее ответственность. Прекрасно. Значит, у нас с тобой общие цели, и мы оба хотим, чтобы у нее было все хорошо. Ты же знаешь, что мобильники запрещены. Не нарушай правила. Отдай мне мобильник. Если ты с нами, он тебе не понадобится. А если захочешь уйти, то уходи. Но один.